Сальери нас обманывал! Метки, Том! Но за бабки от наркоты можно нанять громил! Парни, валите его! Что случилось? Все сюда! Просто порвать нашу жизнь. Ты с нами до конца своих дней. Я рад, что ты смог пожить еще немного. Правда. Но в этом бою тебя не победить. Черт. В этот раз никто не отвезет тебя к врачу, Сэм. Меня ты убьешь, Адон?
Он же будет вечно тебя искать. Отпусти меня. И я скажу Сальери, что ты мертв. И ты исчезнешь. Как Фрэнк. Ты не высовывайся, чтобы не спалиться. Ладно? Что с ним случилось? Он скрывался в Европе. Но вдруг этот идиот начал ставить на собачьих бегах. Один друг семьи узнал его. И Сальери послал команду. А его семья? Голосок в твоей голове. Наверное, звучит как голос дочери или Сары. Он запрещает тебе выстрелить. И ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. Мы классно отрывались, скажи. Помнишь, как-то я, ты... И Полли мы... Я понимаю твое положение, Том, и хочу помочь твоей семье. Но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это? Придется сидеть там и смотреть в глаза Сальери, Ральфи, Вини, может быть, даже отцу Сары. И, по правде, я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно. Но вы должны... увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, 4 сына. Рыжики-близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь извелся из-за них и боишься потерять кого-то из близких. Но это дело станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не вдовеет. Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру, но я постараюсь. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле не важно, буду я жив или мертв. Вы раскроете дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Томми. Сальери – самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень.
Что ж, договорились. Когда-то давно, в другой жизни, кое-кто сказал мне, что семья – это слабое место мужчины, его уязвимость. Думаю, он был прав. Ведь все, что я не делал, хорошее, плохое, все ради семьи. Я предал людей, которых считал друзьями. И взял нелегкие обязательства. Целых 8 лет я провел один. Нет! Пытаясь найти себя. Но я смог вернуться домой. Надежным мужем. Хорошим отцом. И человеком. Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья – это огромная слабость, но еще это огромная сила. Ради нее мы встаем по утрам, стремимся к своей мечте, пусть даже она кажется недостижимой. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает привет. Он тебе... Папа, вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните, деньги, работа и даже друзья – все временно. Семья – это навсегда.